Здравствуйте, с вами Тамара Мальцева. Сегодня я буду рассказывать о своей бегонии тростниковой макулата. Вот у нее, посмотрите, какие красивые длинненькие листики. Все в горошек. Горошек переливается. Ну вот тростниковая бегония самая неприхотливая, но она растет очень высокая. И вот, видите, оголяются стволики. Вот так вот как-то она не очень мне нравится, неряшливая. Я хочу ее подстричь. Но вот ее можно прищипнуть, а можно вот даже до пенька обрезать. Вот, вот так вот, чтобы они пошли. Они вот разветвляются, вот видите. Я уже вот ее обрезала, вот здесь макушечку сильно выросла. Ну вот сейчас хочу еще ее обрезать. Ну, бегония, она не любит, чтобы ее опрыскивали. У нее на листиках остаются пятна некрасивые от воды. Ну, ей становится непривлекательная. Ну вот посмотрите, как я хочу ее обрезать. Вот я хочу ее укоротить. Вот видите, какой вот он длинный ствол стал. Я его вот обрежу вот перед листиком, чтобы он ну и эту сейчас мы что-нибудь подровняем. Так. Ну, подровняем. Ну вот это вот все отрастет и будет дальше у нас расти. Ее нужно обрезать обязательно, если вы не хотите, чтобы она у вас выросла большая. Но почва у нее должна быть рыхлая. Внизу обязательно дренаж. Вот. Ее пересаживают методом перевалки. Вот взрослое растение. Ну вот, а я вам покажу сейчас. Я хочу поэкспериментировать. Я вот здесь водички налила. И вот такое вот удобрение у меня есть. Я обычно поливаю череночки. А здесь я капнула его вот. Вот видите. Вот оно какое. Его можно открыть здесь вот. И оно капает. Капнула две капельки. И хочу сюда поставить череночки. Ну вот я слышала, что очень хорошо укореняются. Ну, буду делать эксперимент тоже. Так, наискосить поставлю. И посмотрим, что быстрее даст корешки. От листика его ее очень долго укоренять, поэтому я даже и не хочу. Вот, а здесь поэкспериментируем. Ну, так, и два череночка посажу. Я тут подготовила у меня классман с перлитом. Вот. И я немножко полила, чтобы была влажная почва. Так, посмотрим. Сейчас, как его. Я уже садила просто в классман. И вы знаете, очень хорошо дал корешки. Очень быстро, поэтому я поэкспериментирую сегодня. Как мне больше понравится. Видите, какой хороший череночек. Я даже не хочу этот листик отрывать. Попробуем его так посадить. Такой красивый. Так, прижали, посадили. Ничего тут. Ну, еще капну водички маленько. Сюда тоже. И обязательно поставлю тепличку. У меня вот зип-пакеты. Я как-то к ним приноровилась. Вы знаете, мне очень удобно. Нравится. Вот. Все видно. Не надо их открывать. Посмотрела корешки. Вот.
Сейчас мы его закроем и поставим на подсветочку, чтобы им достаточно было света. Вот так. И вторую также. Также поставим в пакетик. Видите, листики какие прям красивые листики. Жалко их даже обрезать. Я, бывает, до серединки их обрезаю, чтобы быстрее укоренился. Ну вот, посмотрите. Вот они. Два череночка так у меня будет. И два я поставила. Посмотрим, как люди говорят, что сильно быстро дают корни. Ну, я ни разу не пробовала, поэтому будем экспериментировать. Ну, а эту поставим. Пусть она отрастает, красавица. Конечно, пересаживать перевалку делать лучше весной. Ну, земля, главное, субтракт должен быть, главное, рыхлый. Универсальная земля, сюда добавляем перлит, какую-нибудь кору, чтобы была рыхлая земелька. И, ну и все, так она неприхотливая. Опрыскивать возле нее надо. Влагу она... Чтобы земля была влажная, но, вы знаете, с просыханием земляного кома. Не нужно, чтобы она сильно была переувлажненная. Вот, знаете, я еще хотела вам показать. У меня еще есть тростниковая. Вот, посмотрите, какая. Вот. Red. Так называется. Ну, вот она еще малюсенькая у меня. И я ее выращиваю, достала. У нее тоже такой же листик вот удлиненный. И пятнышки. Только вот видите, какие зелененькие. Ну, очень эффектная. Я взрослое растение видела. Мне очень понравилось. Поэтому будут вот у меня две красавицы. Тростниковые. Ну, подписывайтесь на мой канал. Я вам еще что-нибудь расскажу. Ну, а на сегодня до свидания.